Всем привет, с вами снова Александр, и сегодня я вам расскажу об уникальной просто автомобильной люльке от компании Joy. Я ей конкурента на сегодняшний день не знаю с таким функционалом, имеется в виду, она как все люльки, но с очень интересной фишкой. Вот, она называется у нас iLevel iSize, она продается у нас в комплекте только с базой. Ремнем вы ее никак не пристегнете, поэтому перед покупкой имейте это в виду. Если вдруг вы сейчас прям влюбитесь в нее в обзоре, обязательно имейте в виду. Ее можно поставить в автомобиль только на Isofix, ремнем никак. Сразу скажу о безопасности. У нее по DAC 4, это очень хорошая оценка по безопасности. Этой люльке доверять ребенка можно смело. Вот. Сейчас она перед вами в обычном материале. Также у нее есть материал Flex Signature. Сейчас где-нибудь всплывут фотографии. Тот материал, где Flex Signature, лимитированная серия, более дорогой, приятный материал. Вот. Собственно, люлька у нас подразумевает перевозку ребенка в автомобиле с рождения, прям с роддома сюда и по-быстренькому домой. Вот, соответственно, до 9 месяцев вы здесь будете помещаться прекрасно, если будете возить ребенка без верхней одежды. А с 9 месяцев технически возможно уже пересесть в кресло первой категории, которое с 9 месяцев можно возить ребенка по ходу движения. Но эта люлька у нас по стандарту iSize проходит. Это более новый стандарт безопасности. Здесь позиционируется она, что можно возить ребенка до 1,5 лет. Поэтому имейте в виду. Но по факту, как показывает практика, 9 месяцев потолок. Дальше уже, ну, дети большие у нас, ну, что, поколение такое. Вот, соответственно, что из себя она представляет? Здесь база. База – это у нас такая платформа, на которую мы устанавливаем люльку. Ставится она одним щелчком. Когда мы ставим люльку, крепим ремнем, это на самом деле очень неудобная тема, потому что все это протягивать, все натягивать, и можно ошибиться. Здесь ничего подобного. Вот люлька. Встали и поехали. Все, она стоит. Поэтому никакого головника с установкой у вас с использованием базы Isofix не будет. Соответственно, давайте базу вам покажу. База у нас тоже интересная. Она имеет возможность отодвигать люльку дальше от спинки сидения. Тем самым, когда ребенок подрастает, ножки что же растут? И мы отодвигаем люльку от спинки, чтобы был больше запас для ножек. Не надо, задвинули. Поэтому в этом отношении все отлично. Так, ставим. У этой люлечки у нас козырек, как на полноценных обычных колясках. Вы эту люльку можете установить на коляску, не забываем. Вот так вот сделали. И, пожалуйста, ребенок у нас закрыт от солнца, от маленького, малюсенького там дождя, что-то как-то немножечко козырек спасет. Соответственно, он убирается, с этим все окей. Ручка у нас для переноски. Ручка, кстати, обита эко-кожей прям. Все дорого-богато сделано. Соответственно, теперь давайте покажу вам самую ее фишку, а потом внутреннее пространство. Что обычно нас напрягает, когда мы покупаем люлечки для ребенка, имеется в виду группу 0? То, что ребенок полусогнутый, и даже врачи и производители в том числе рекомендуют ребенка перевозить в люльке не больше там 40 минут, часа при первых месяцах его жизни, потому что ребенок полусогнутый. Это не сильно полезно долго находиться ребенку в таком положении, поэтому рекомендуют совершать короткие поездки. Но вот это полусогнутое положение, оно самое правильное в автомобиле считается. Но эта люлька, они смогли сделать и разработать всю систему таким образом, чтобы мы могли сделать горизонтальное положение ребенка в автомобиле в люльке, и не просто стоять на стоянке, а именно ехать в таком положении. Вся вот эта внутренняя часть сделана так, что это проходит по всем уровням безопасности. В этом плане все отлично. Ремни, все как в обычных люлечках. Здесь внутри установлен целый комплекс, скажем так, бутерброд из вкладышей. Это нижний вкладыш.
Также есть вкладыш сверху, и поэтому по мере роста ребенка мы их вынимаем. Давайте я их вам поближе покажу. Соответственно, вот так у нас выглядит внутреннее пространство. Это у нас подголовник. Он у нас с возможностью регулировки по высоте люлечки, подголовника по высоте. Тем самым вместе с подголовником у нас растет и высота изменяется ремней. Вот этот бутерброд, о котором я вам говорил. Здесь у нас есть возможность расстегнуть и вытащить наполнитель. Сделать, скажем так, его более плоским, чтобы увеличить пространство для ребенка. В общем, по мере роста ребенка вот этот вкладыш уменьшается, потом вообще убирается в сторонку. И вот получается у нас какое на самом деле это большое пространство для ребенка. И вот посмотрите, неужели сюда годовалый ребенок без верхней одежды не поместится? Здесь место просто вагон. Естественно, в верхней одежде не поместится, но и нельзя возить в верхней одежде, я имею в виду пуховики, детей в автомобиле. Поэтому вот это очень много места на самом деле. Так что давайте продолжим ее изучать. Так. Посмотрели, как она у нас выглядит внутри. Что касается изофикса, напомню, это у нас это жесткое крепление кузова автомобиля. Вот такие вот штучки. В автомобиле у нас такие же, как вот видите, вот эту трубку. Скобки на задних сиденьях должны быть, поэтому перед покупкой проверьте. В общем, задача простая. Мы берем... Защелкиваем. Увидим здесь сверху индикация зеленая загорается, что оно встало, что все окей. И спереди у нас есть упор в пол, которого задача еще проще. Вытянули его, уперли в пол, также загорятся зеленая индикация. И, собственно, установили правильно. Поэтому ничего сложного. Ремнем крепить ее нельзя, напоминаю. Собственно, что касается этой люльки, добавить мне больше нечего, подытожу, скажу вам в двух словах свое мнение. Второго ребенка я забирал с роддома, и первый месяц жизни я ездил в такой люльке. Мне очень понравилось, ребенку очень хорошо, удобно, спит, все супер классно. Реально очень рекомендую эту люлечку. Причем у нее цена, вот если взять... топовых немцев, там одна люлька будет стоить дороже, чем здесь люлька с базой Zefix. Уникальное предложение на рынке, поэтому что-то подобное ищите, нужно бежать и брать, потому что это реально очень крутой вариант, скажем так. Тем более, если вы долго куда-то едете, у нас в Питере, в Москве, в крупных городах можно и домой час ехать в пробках стоять, поэтому при долгих поездках эта вещь незаменимая. Очень рекомендую, качество отличное, Joy прекрасный бренд, поэтому надо брать. Ну а соответственно, взять вы можете в магазине Мир Автокресел, заказали, день-день привезли, если до часу дня, например, заказали. Все сертифицировано, все с гарантией, все официально, за это переживать не стоит. Соответственно, выбор, естественно, делать вам, но моя рекомендация, нужно брать, однозначно нужно брать. Вот. И Миру Автокресел большое спасибо за то, что предоставил на обзор нам Joy iLevel. Вам, если обзор понравился, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал и ждите новых обзоров. До свидания.